Вітаю. Є така фраза «Допоможи собі сам». Напевно, саме цю фразу за основу взяли мешканці Дніпра, які у своїх багатоквартирних будинках створили ОСББ. Вони не захотіли більше довіряти свої гроші жилсервісам різноманітним і вирішили самостійно опікуватися своїми будинками. І сьогодні у нас в гостях Сергій Варфоломій. Сергій очолює ОСББ і знається на цій проблемі. Про особливості роботи ОСББ ми будемо говорити з Сергієм. Сергій, доброго вечора. Добрий день. Окрім того, що ви очолюєте ОСББ вже багато років, ви дуже обізнані, активно займаєтеся місцевою громадською політичною діяльністю, громадською діяльністю. Ну, знаєте, певні тонкощі. Зараз дуже активізувався наш міський очільник Борис Філатов. Відео постійне на мосту, про метро розповідає, активно зайняв позицію. Як ви вважаєте, як далі, чому він зайняв таку активну позицію, чому так от почав відео записувати, що йому світить і чим це може закінчитися, вся сьогоднішня ситуація для нього і для міста? І які строки є? Ну, я вважаю, що именно такая позиция у него сейчас и такая деятельность обширная развернута. Прежде всего, потому что оппоненты, те, которые были бывшими его коллегами, не дают ему сейчас покоя. Это секретарь міської влади, чи ще старші товариші? Ну, я именно его имел в виду. Вячеслав Мішалов, который тоже не отстает, тоже стал видеоблогером регулярно, не реже раза в неделю выдает от себя какой-то видеоролик, который тоже посвящен исключительно Борису Филатову. Ну, он просто, Филатов Борис Альбертович, не может молчать в данном случае, вот поэтому и активизировался. Ну, перше заговорив саме він. Він сказав, що хоче, щоб Мішалови сиділи. Ну, возможно, были какие-то другие, как говорится, кулуарные переговоры, встречи, там, то, что мы не видели. Мне сложно сказать, почему он именно сейчас так активизировался. Он вроде как и раньше-то тоже был достаточно публичной личностью. Ну, он раньше был больше таким бойовым, и активнее его фразы про крутіння когось на чомусь, они больше... Они были в Фейсбуке, в тексте. А сейчас он либеральный стал. Ну, стал, да. Поможет ли это ему? Вряд ли. И уже не изменишь. Этими словами мост не достроишь, набережную не достроишь, ну и так далее. Ну, это моє мнение. Українці, вони погана їх риса, вони дуже погана політична пам'ять. Відкрити міст, дати, щоб він попрацював 2-3 місяці, усі про все забудуть, радісні їздять, новий міст, бачать і все, вони можуть забути. Така, хтось буде пам'ятати, як ті самі активні громадяни, а більшість може просто забути і підтримати нового чергового. Ну, я б не став в даному случаї іменно українців в такому контексті вспоминати. В принципі, у будь-якого електората, про будь-який електорат говорять, що у нього дуже коротка пам'ять. Ну, так как делаются все наши ремонты, я думаю, что через 2-3 месяца после открытия моста на нем начнут явно проявляться те проблемы, которые не скроешь косметически. Поэтому не забудут. Есть вещи, которые не забываются. Ну, тоді поживемо, побачимо, часто да. Каже. Давайте до об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків. Міська влада Дніпра, яка опікується більшістю багатоповерхівок, вона сприяє? Хоче, щоб створювали ОСББ, чи не особливо сприяє і не хоче? Вот, вона... я би категорично тут заявив, абсолютно сприяння ніякого немає. Є ціленаправлене таке протидія ОСМД. Виражається воно по-всякому. І прямое, и косвенное, и там где-то завуалированное какое-то. То есть вот оно есть в любом вопросе. Те же самые программы, которые у нас... Повернемо сюди програму загалом. Ну, взагалом, моє мнение такое, что никакой помощи от городского совета ОСМД не видят. И это мнение не только мое, его, я уверен, разделят и большинство других председателей ОСМД нашего города. Ну, а чому? Тому що є багатоквартирний будинок, які там сплачують якісь гроші, пусть не повністю, ну, сплачують. Ну, але яким треба опікуватися, яким треба займатися, возитися. І Бурчаку, чи там хто на лівому березі? Не знаю. Жилсервіс 2, по-моєму, зараз вже везде. Молодий регіонал колишній. Файфер. Сергій Файфер. Да, це Самарський район.
їм краще не опікуватися. Хай громадяни самі опікуються, самі збирають гроші, самі якось ремонтуються. Чи це не так? Таке ніякої опіки нету. В тому, знаєте, я відповідаю словами класика. Ти винуват лише в тому, що хочеться мені кушати. Дело в том, что дома, которые, в которых ОСМД еще не создано, продолжают относить деньги в коммунальное предприятие «Жилсервис-2» или коммунальное предприятие там, Самарского района. Ну, то есть какие-то... Це 6,22. Ну, більше 6 гривень за тариф у нас такий. Да, да, да. Ну, почти 7. Я бы округлил в сторону 7 гривен. Это не маленькие деньги. И эти деньги целиком и полностью уходят на... Я это всегда называл на содержание компании по содержанию домов. Ну, те же самые жилсервисы. Ремонты за эти деньги ни в каких домах не делаются. Вот они пришли на расчетный счет жилсервиса, и дальше, так как в жилсервисах у нас нету ни сантехников, ни электриков, ни дворников, нет никого, есть только директор и бухгалтер. Все эти деньги тут же сразу выводятся на каких-то подрядчиков. Ну, а чаще всего эти подрядчики – это просто какие-то компании, которые дальше обнальные схемы и ушли деньги. Если что-то в наших домах и делается, делается это за другие наши деньги. Это деньги городского бюджета. У нас, назовем это таким словом, дотируются вот эти компании по обслуживанию наших домов на немаленькие суммы из бюджета. Там не меньше, чем 500 000 000 гривен в год получают жилсервисы на то, чтобы что-то делать. Ну, уже... может, что-то роблять? Ну, знаете, те, кому сделали вот такой вот бесплатный ремонт от городского совета, сейчас в большинстве своем, и я в том числе, я тоже однажды получил такую шару, назовем это с таким словом, лучше бы и не делали. Ну, допустим, кровлю, которую в нашем доме, в моем доме, в моем ОСББ отремонтировали в 2014 году, потекла буквально через неделю. Мы об этом снимали даже... ОСББ было создано, чи еще ОСББ не было? Да, было уже создано. На чого тоді ОСББ собі не знайшло якісну компанію? Гроші-то були ваші, чи гроші були міської влади? Ми навіть не чекали і не заказували. Вдруг однажды позвонили з департаменту жилищного хозяйства, говорять, Сергій Вікторович, у нас тут вот есть лишние деньги, условно, хотим сделать вам какие-то крыши, выберите. Ну, я не стал отказываться, я действительно выбрал крыши. Свою? Да. Не, у меня дом большой, я как раз выбрал те, которые у меня самые были в печальном состоянии. И их действительно сделали. Визуально, ну, видно, новое покрытие лежит, все. Но примыкания, какие-то мелочи, даже вот самая простая штука и очень важная. У нас же на крышах есть ливневая канализация, то есть все осадки, которые выпадают, они должны... Ну, если да, она не кусает, как у хрущевцы, она стекает. Ну, на это отверстие должен быть установлен какой-то в виде грибочка, какая-то сеточка, потому что мусор или еще что-то с крыши, оно там появляется, вот, оно же все забивает канализацию. Таких сеточек не было в принципе. И на мой вопрос, а почему? А вот такой вот он... Ну, там какой-то голубь впадет, один, другой, и она все забьется. Да, ну проект. Вот такой был проект ремонта, капитального ремонта вашей кровли. При этом мы незадолго до этого обсуждали эти проекты, и нам рассказывали о том, что это самые лучшие, самые дорогие проекты, самые качественные. Вот именно если сделать ремонт по этим проектам, все будет ок. Ну, в этих проектах не хватало вот такой маленькой, казалось бы, но очень главной, важной вещи. Ну, буває. Ну, ви там робили ремонт у квартирі. Сказати, що знайшов мастерів, які все зробили від А до Я, такого нема. Хтось десь щось не доробив, треба переробляти, такі є завжди. Може, це якась специфіка, не вміння? Ну, я не знаю таких мастерів, якщо чесно. Я стараюся з такими мастерами діла не вміння. Ну, знайомі робили ремонт, там, декілька років вони, два-три рази міняли майстрів повністю, тому що вони не доробляли, лінилися, а якщо робили, робили погано. И это не были державные, это были власні гроши, люди. Может, такая какая-то карма? Ну, я боюсь, что там просто у ваших друзей, у этих, ну, какие-то были другие причины, почему они выбирали именно таких мастеров. Ну, в нашем доме мы всех следующих выбирали, у нас все делалось нормально. Нам не приходилось переделывать. Добре, программы. Да. Є програми міської ради, які офіційно підтримують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виділяють гроші. Які це програми? Ну, мы говорим о городских, потому что есть не только городские, самые такие вот, назовем их главные, самые важные, самые первые, которые появились и самые, скажем так, уже длительное время действующие. Это первая программа СПИФ-финансування, программа поддержки ОСББ. И вторая программа – это бюджет участия, партиципаторный бюджет. Он тоже для ОСНД.
там есть отдельная, скажем так, часть этой программы, ОСМД тоже может принять в ней участие на условиях софинансирования и в том, и в другом случае. А софинансирование – это очень важная, я бы считал, обязательная вещь, участие ОСМД в таких программах. И вот в бюджете участия на условиях софинансирования ОСМД тоже могут принимать участие. Программы вот, есть, программы працюют или не працюют? Чи вони просто є? Да, знаете, как, вот в том-то дело, программы должны быть написаны один раз, а дальше уже системно работать. А наши программы, вот те, о которых я сейчас только что сказал, есть еще программы, но о них даже не хочу пока говорить, я хочу именно к этим двум их более детально описать. Вот эти программы вроде и написаны, но еще на старте, когда они писались, было целое противостояние, принимать их, не принимать, кто будет автором. Стороны противостояния. Есть ряд городских депутатов, которые пытаются как держать в руках знамя, что мы за ОСМД, и только мы здесь за ОСМД. Ну, Анжелика Пилипенко. Совершенно верно. Есть у нее еще кто-то? Потому что, когда идет сессия, и когда там достаточно. Дмитро Хозин якось с этим апеллюю против Вишневецкий. Завжди. Дмитрий Хозин – это один из авторов обеих этих программ. Настоящих авторов. Позитивные их позитивные идеи, чи не негативные? Конечно, позитивные. У Хозина, если мы о нем говорим. Хозин с одной боку, там Пилипенко, да. Вишневецкий. Анжелика Анатольевна пыталась с самого начала вставлять в программу какие-то изменения. Я помню даже, что авторство программы софинансирования было передано Борису Альбертовичу только из-за того, чтобы Анжелика Анатольевна не... скажем так, не присвоила эту программу себе и не начала туда вносить изменения. Но эту программу потом все равно передали в управление Анжелике Анатольевне, и дальше она от своей базовой, стартовой, скажем так, позиции уже кардинальным образом изменилась. Туда внесены были именно плохие изменения, я которые могу даже перечислить. Ну, зараз, теория, це вона через злий задум, бажання когось там... пакости наробить. Чи через нерозуміння і небажання розуміння? Скорее, вот второе. Я думаю, от непонимания вообще процессов. Ну, знаете, нужно быть председателем ОСМД, пройти этот путь от собрания до управления домом, вот, от создания ОСМД. У нас, здається, член управления ОСББ, якось вона має відношення до... В ее доме ОСМД ліквідировано было. То есть она, может быть, где-то и принимала участие в его создании, но, насколько мне известно, после этого жильцы собрались и проголосовали за ликвидацию этого ОСМД. Через ее активность? Я не держал свечку, не знаю, какие там были у них сложности в коммуникациях между жильцами, но, как по слухам, именно каким-то образом на нее как-то вот именно оппозиция указывала, когда это ОСМД ликвидировалось. Я на самом деле противник ликвидации ОСМД. Если вам не нравится правление, не надо ликвидировать ОСМД, переизберите правление. Ну, это добре, але не все. Будинок великий, багато поверхів. Сказати, що всі хочуть, як там хочуть стати народними депутатами, багато бажаючих. Нема багато бажаючих стати навіть членами правління, не те, щоб очолити ОСББ. Це така проблема є. Ніхто не хоче. Хочуть жити, готові платити, але очолювати я не хочу. Не хочу займати. Є да, така проблема. Є там, на самом деле, на практиці, як тільки один з'явив бажання войти в правління, сразу і другі теж. А чому він? Я теж хочу. И контролеры сразу появляются, записываются в ревизионную комиссию. Ну, на самом деле, в каждом доме все по-разному, нельзя какую-то универсальную схему. Статистика, конечно, говорит о том, что это именно так, но всегда все будет по-разному. Анжелика Пилипенко, вы сказали, какие-то пропозиции внесла неконструктивные. Что самого она запропонувала? Когда программа спецфинансирования была написана, с самого начала, она была проста, как я не знаю что. Участие в этой программе было такое выражение проще пареной репы. То есть все, что нужно было от заявителя, это обыкновенная заява на один листик формата А4, где он указывал, я хочу отремонтировать кровлю, мне нужно на это 100 тысяч гривен, готов от себя 30%. 40 тысяч. Да, ну какую-то сумму. Все, больше не надо ничего. Когда программа перешла в руки Анжелики Анатольевны, началось. Помимо этой заявы нужно
протокол общего собрания ОСМД. Це така ваша, раз на рік її можна треба проводити, ну, не дуже така приємна, ну, легка процедура. Я, наприклад, вважаю, що в житті ОСМД нет нічого страшнее, ніж общее собрание. Даже каналізація засорена, затопивша непонятно чем, там 5 этажей, это не так сложно, как провести это общее собрание. А общее собрание в домах, где более 5 подъездов, это, ну, это честно... 9 поверхов, 5 сажах. Да, это жах. Вот, Александр, я уверен, вы знаете. Ну, так мы не вижу, и это больше-меньше терпимо, но там 5, это... Дальше идем. Обязательно к заявлению необходимо было приложить смету. Причем не просто какую-то там условную калькуляцию, с чего вообще ваши 100 тысяч гривен складываются, откуда вы их придумали. Или какое-то там коммерческое предложение от какого-то подрядчика, пусть он, допустим, просчитал, а именно смету, выполненную в программе АВК. Это специально, конечно, это специально обученные люди, они называются сметчики, и стоят это услуга, да, там... При самых вообще благоприятных условиях от 500 гривен, да, до 1000. Сумма, но что самое интересное, 50 гривен, вообще, конечно, 500-1000 гривен стоит это. Но самое интересное то, что та смета, которая подается вместе с заявлением, это, ну, это макулатура. По этой смете ни одно ОСМД, вообще ни один подрядчик работы выполнить не сможет. Ну, может быть, сможет. Я, честно говоря, не буду там какие-то ярлыки на кого-то навешивать. Вот. Но обычно та смета, по которой сдается, и сдается работа и выполняется работа, сильно отличается от той сметы, которая на старте. Ну, у нас берем даже пример. Наш мост, Борис Альбертович, который рассказывал, что после того, как мы вскрыли, оказалось, что там какие-то подводные камни. Подводные камни, а там какие-то непредвиденные проблемы, Скрипину, которые... Казав Роману Скрипину, пришли до мене Мішалови, треба да, додаткові гроші. Сказав, я вам нічого не дам. Хоча потім дав набагато більше, ніж просили Мішалови. Ну, я говорю сейчас о смете, о том, что смета, которую подает председатель ОСМД вместе с заявлением, кардинально отличается от той сметы, по которой эта работа уже выполняется и принимается тем же департаментом. Поэтому вот ту первую смету, нету, а это сразу, ну, наверное, листов 10-15 формата А4, но это целый пакет документов, который необходимо подать. Он уходит на так называемые обратки, я так понимаю, в этом департаменте. Мы попросили бы им бумагу просто чистую принесли, а не заставлять нас. Ну да, да, сейчас я пачку попью. Вот, и что-то было еще третье такое, уже просто уже время прошло, честно говоря. Смену, ну, этих двух позиций достаточно для того, чтобы эту программу превратить в бог знает что. А, Анжелика, вам скажет, еще, я... самое важное, что еще внесла, это и чисто Анжелика Анатольевна, это участие в программе депутатскими, так называемыми депутатскими деньгами. Ну, это вот просто хуже, бред вот такой, который, я не знаю, уже... В чем проблема в данном случае? У нас важная штука – это софинансирование. Очень важно, чтобы ОСМД участвовала в каких-то проектах, которые в ремонтных работах своего дома своими деньгами. Что не разумело, что это свои, это да, наши гроши, которые мы копеечку назбирали. Копеечку свою, но ОСМД должно вложить. Вот. К чему привело по итогу участие денег депутатских в программе? Ну, во-первых, у нас сразу резко выросл процент софинансирования со стороны ОСМД. И если в первый год программа, люди могли принимать в ней участие там, 10, там, до 10%, второй там, 15%, то потом уже участие в программе выросло. Вот, допустим, в 2019 году победителями были те, кто подали уже более 40%. И даже 40% не все, кто с 40% смогли пройти. Своих грошей? Ну, условно, ну, своих, потому что часть депутат, этих денег – это депутатские деньги. А теперь смотрите, какая ситуация получается. Два ОСМД, у обоих 40%, только это ОСМД 40% дает свои, а это ОСМД 40% дает, из 40% дает свои только, допустим, 10%. А 30% у нас добавляет депутат. И получается, что, а депутат это что, какие-то отдельные деньги? Нет, это деньги из того же самого городского бюджета. То есть у нас получается, что кто-то проходит с 10% от ОСМД, а кто-то не проходит из 40%. Ну, несправедливость. Вот эту несправедливость и внесла Анжелика Анатольевна. А ОСМД это что же какой-то свой внутренний мир, председатели, они между собой общаются, они, ну, информация переходит, все знают, люди на это смотрят, и, ну, несправедливо.
то там хтось є, наприклад, 4 чи 5 округів у місті Дніпрі, де нема депутатів, і там він просто не може якомусь ОСББ дати гроші. Хороший примір. Тобто десь дають, бери там і такий доведуть, бери там. Хозін дає, там Лиценко дає, там Начар'ян дає. А ось є округ, нема. Наприклад, житловий масив Тополя. Тополь 2 і Тополь 1 не має депутата. Імеється депутат тільки на Тополі 3, Ігор Лапо. І чим оці інновації Анжеліки Пилипенко закінчилися? Вони впроваджені в дії чи вони? Так, звісно ж, вони введені. От програма по этим, на цих условиях працює останні 2 роки точно. Ну, закінчились тим, що це несправедливо, неудобно для ОСМ. Ми ж з вами на чому наша передача? Помагає ли городський совет ОСМД? Я говорю, ні, не помагає, наоборот, мішає. Мішає воно введенням таких от безтолкових каких-то правил, коли вони прості правила заміняють на складні. Чим вона керувалася? Міська рада? Чи Анжеліка Пилипенко? Ви, наприклад, Анжеліка Пилипенко. Чим ви, от, ви керувалися, пані Анжеліка, що ось таке запропонували, що критикується? Що у вас було на умі? Ну, це моє мнение зараз буде. Ну, Анжеліки Анатоліївні дуже хотілося цю програму, какое-то авторство їй своє придати. Вот. Поэтому для того, чтобы придать авторство программе, нужно какие-то туда внести изменения. Ну, кроме как вот на большее... Ну, можно было там прописать, там сдавать на А4 там мелованого бумага. Чи там... Менше шрифт уменшити там з 14 на 12, щоб економити бумагу. Якісь такі, що є. Чому вона це не зробила? Якісь внески зробити, чи вони працювали? Ну, мені сложно сказати, я ж чужа душа потемки. Що, о чому думала Анжеліка Анатоліївна? Я розумію, що перше, це некомпетентність була проявлена в даному випадку. Ну, а звідки вона буде компетентна в питанні, якщо вона далека від ОСМД, ну, я не знаю, як... Вона займається, вона коментує. Ну, це вона так думає, що вона займається. Чим вона займається? Давайте про це теж поговоримо. Смотрите, помощь со стороны городского совета. А знаете ли вы, знают ли наши зрители, что у нас в департаменте жилищного хозяйства, при департаменте жилищного хозяйства, есть целое управление по реформированию этого жилищного хозяйства? Оно занимается, вот именно это управление создавалось для помощи ОСМД и для прочих вопросов, связанных с ОСМД. Чем оно занимается? Я не знаю, я не слышал каких-то от них действий в сторону помощи ОСМД. Зато у нас создан отдел, возглавляет этот отдел, я не знаю, как назвать этого человека, в общем, просто по имени Сергей Иванченко, это близкий человек Анжелики Анатольевны. Вот. Ну, я вижу просто здесь, что программа отдана Анжелике Анатольевне, для этого был создан специальный отдел. А еще этот отдел помимо ОСМД занимается ОСН. А ОСМД и ОСН это как, всегда тоже для сравнения говорю, это как хоккейный клуб и профсоюз автомобилистов. Вот абсолютно разные вещи. Но не может одновременно отдел заниматься и тем, и другим, потому что это по сути разные вещи. У нас есть управление по реформированию, а ОСМД в каком-то ключе отдано именно туда, в этот отдел. Ну, ви знали ОСББ, які таки перемагали у цих програмах, які якісь гроші отримували? Вони могли не реалізувати, не могли? Ось да, смотрите, ну, перемогли. Во-первых, що вони, конечно же, ОСМД участвують, несмотря на всі ці сложності, навіть побіждають, і я в тому числі учасник цих програм. І чого тоді жалітися? Перемогли ж? Ну, я просто не розумію, чому нужно зробити так, щоб нам було сложно. Ну, чим важче там... Ну, я вважаю, що допомогою мені є, коли мені роблять проще. Чтобы мне было легче, чтобы я то или иное действие выполнил с меньшими усилиями. Это я называю помощью. А когда мне вставляют, создают какие-то препятствия, вставляют палки в колеса, и при этом говорят, что таким образом мы занимаемся ОСМД и им помогаем... Ну, чтобы там ОСМДшники не сумували. Ну, вот смотри, в чем я вижу помощь ОСМД? Чем вообще, в принципе, должна была бы заниматься городская власть? Вот эта вот раздача денег – это не помощь. Тем более раздача денег в таком режиме, в котором это у нас происходит в городе. У нас все ОСМД страдают от такой проблемы, как заключение договора с монополистами, тот же ДТЭК. Вы же знаете это прекрасно. Да, есть такая проблема. Не, у нас некоторые ОСМД годами не могут заключить договор. Почему? Потому что они не могут получить из жилсервиса 2. Ну, нема договора, есть свит, не платить. Со свит немаешь договора и не платить ничего. Ну, а чем это все закончится? Мы же не знаем. Я вот, честно говоря, переживаю за некоторые ОСМД, которые мне известны, которые вот уже более 2 лет не имеют договора ни с жилсервисом, ни с ДТЭКом. При этом у них свет на лестничных клетках горит.
И при этом перспектив заключения такого договора не наблюдается. И уже второй год идет так. Для чего это делать? Для чего вообще, смотрите, ведь если я поставлю себя на место города, я же вижу ситуацию. Допустим, по данной точке учета, данный счетчик, существует договор между жилсервисом и ДТЭКом. То есть обязательства по оплате этой потребленной электроэнергии возникают у жилсервиса. Жилсервис гасить эти обязательства каким образом будет? Наверняка в очередной раз увеличат уставной фонд этому жилсервису, чтобы он там, или я не знаю вообще, что они там себе еще придумают. Ну а почему жилсервис держит этого СМД, не отпускает его, не дает ему возможность заключить напрямую договор с ДТЭКом? И таких проблем полно. Вот этим должен заниматься городская власть, и это была бы помощь. И таких, это только один из вопросов, который я описал. Ну, ті, які перемагали, стали переможцями цієї програми співфінансування, вони отримали корисні, вони поліпшили там статус, а інфраструктуру свого. Конечно, конечно. Ну, мы в нашем СМД сделали немало благодаря этим программам. То есть они в певній мірі є корисні. Благодаря программе, а не благодаря городскому совету. Потому что программа данная написана не городским советом. Она городским советом принята, но после некого противостояния со стороны профильных активистов и городского совета. И на протяжении уже 5 лет... Минулого року приймали, не хотіли депутати голосувати, вони проголосували. І цього року программа софинансирования была принята, по-моему, в 2016 году. То есть она давно существует. Если не в 2015, я уже не помню, в 2016. Ну, 16-й, да, знаете, не 15. Да, 16-20 годы она вот на этот период описана. Вот. Давайте про другую программу тоже поговорим. Есть у нас программа «Бюджет участия», где тоже СМД может принимать условия. Вот у меня на сегодняшний день есть информация. Ну, у нас же сейчас принимаются заявки на реализацию на 2020 год. Вот. И мне известны ОСМД, которые подали заявки и в рамках этой программы бюджет участия на условиях 30/70 софинансирования хотели заменить двери. Одно ОСМД на Соколе, другое на Тополе. Двери входные в подъезды к себе. Им отказали, причем заявка была принята, промодерирована, то есть с точки зрения выполнения условий подачи заявки, она была принята, но отказал департамент жилищного хозяйства. Какие подставы? Значит, это просто, ну я не знаю, как это назвать, ну бред. Значит, какая-то девочка из департамента заявляет, что мы вам отказываем, потому что у вас уже есть двери. Ну, они есть, но они, может быть, в таком не дуже... Когда ей это объясняешь, она говорит, а зачем, ну, я говорю, так и двери ж там, смотрите, они же из фольги сделаны, уже дырявые, и замок плохой, и там монтировка, она открывается. А люди хотят поставить новую дверь с хорошим замком, энергосберегающую. Зачем вам энергосберегающая дверь? Зачем вы утепляете дверь? Ну, ты понимаешь, что смотришь на человека, и, ну, непробиваемый. Ну, все, вот отказ. Сейчас мы еще, конечно, рассчитываем на то, что голосование, может получится все-таки пройти этот этап. Но их даже до голосования не допускают, просто по причине, что у вас уже есть двери. Или сейчас еще последний пример. Люди подают, ОСМД подает заявку на установку видеокамер. Даже не видеокамер, это такой пример. Самый лучший пример. Вот если ОСМД желает навести порядок в слаботочных сетях в своем доме. Мы же все знаем, мы же все живем в таких домах. Мы заходим в наш подъезд и попадаем в какую-то, извините за выражение, конюшню. И то в конюшне, наверное, все-таки больше порядок. У нас из проводов висят какие-то сопли, стоят какие-то трубы, ящики и так далее. Кто это все делал? Это все в бытность управления нашими домами жилсервисами. Ну, условно жилсервисами. Люди решили навести себе порядок, построить полностью новую слаботочную сеть в своих домах. Уже с применением современных технологий, оптоволокно в каждую квартиру, причем в домах в этих, это планируется в тех домах, где существуют уже при проекте, при строительстве дома слаботочные кабельные каналы. То есть все, что нужно, это просто проложить провода по существующим каналам. Это недорогая такая затея, не дуже. Ну, дорогая, недорогая, у нас все затеи где-то до там 100-200 тысяч, обычно ОСМД пляшет в таких пределах, но неважно, вот они хотят. У них есть такое право, есть программа, которая позволяет им это сделать. И они могли бы выйти на голосование дальше, если они наберут нужное количество голосов, они могли бы сделать. Им отказали, почему, знаете? Чему? Мы таким не занимаемся.
Тобто вони не поліпшують там умови життя? Я навіть не розумію взагалі, при чому тут ви? Ну, департамент жилищного хозяйства, при чем здесь вы? Не вы же будете заниматься, люди найдут подрядчика. Тем более условия софинансирования, распорядный коштев тоже не департамент, а ОСМД, скорее всего, будет. Ну, отбор подрядчика будет, мы таким не занимаемся. Ну, тем не менее, все равно есть какие-то позитивные моменты, у кого-то вдається, кому не треба... Видите, а мне, как говорится, розвиток очков... Здаватися. Не треба здаватися, не треба ліквідувати ОСББ, а працювати, можливо, все зміниться і поліпшиться. Буде краще. Спасибі, було дуже цікаво. Сьогодні в гостях у нас був Сергій Варфоломій, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На все добре, до побачення.